Всем привет, с вами Диз, это новая сборка, финальная сборка версии 2.0. Индустриал версии 2.0, наконец-то я его доделал, и теперь вы сможете насладиться крутой игрой. Да. Почему я говорю так быстро? Потому что я болею, и я не хочу, чтобы вы слышали, как я шмыгаю. Что есть в этой сборке? А, очень много чего. Добавились такие крутые моды, как Red Power, Extra Biomes XL. Полно. Просто большое множество аддонов к Биллкрафту и Индастриалкрафту. Не знаю, почему сгенерировался так криво мир, но думаю, у вас такого не произойдет. Thermal Expansion. И рождественский мод Christmas Craft. А также еще парочку модов, о которых вы сможете узнать, посмотрев в описании, либо же просто поиграв на этой сборке. Да. Сейчас давайте я расскажу, как ставить эту сборку, так как это финальная сборка, и во всех финальных сборках я говорю, как ставить ту сборку, о которой я говорю. Теперь наши сборки Minecraft будут идти с лаунчером Multi-MC. Не тем Magic лаунчером, который был раньше, а именно Multi-MC, потому что он лучше. Давайте расскажу, как им пользоваться и как запустить эту сборку. Сервер запускается как обычно, а вот Industrial Diz версии 2.0 финал вам нужно запустить чуть по-другому. Открываете эту папку, открываете Multi-MC Exe, попадаете в это окошко и открываете здесь Industrial Diz версии 2.0. Вводите свой ник, можете написать и пароль, чтобы нажать ОК, либо же просто ник и играть офлайн. Так вы заходите как пират. Если вы лицензиончик, то лучше, конечно, ввести пароль. Наслаждаемся загрузкой, вот таким красивым окошком. Кстати, Майнкрафт сразу открывается на весь экран, и вместо той иконки Майнкрафт у нас здесь буковка D. Грузим. Вот, появляется такое окошко с крутым шрифтом, с русскими модами, с 60 штуками. И вот всем этим, что здесь есть. Тут очень много всего. С наступающим Новым Годом вас, друзья! Наслаждайтесь модом Christmas Craft, Red Power 2 и другими кучи. И другой кучей модов, которые здесь стоит. Играйте на сервере с друзьями, а я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вступайте в группу ВКонтакте, качайте этот мод по ссылке из описания. Да, вот так вот. Red Power обожаю, самый крутой мод, наверное. Extra Biomes XL тоже очень классный. Ну да, всем пока.